Всем привет! Сегодня пришла у нас вот такая вот посылочка. Посылочка, чем интересно, что я не знаю, что здесь. Скорее всего, написано phone holder. Наверное, подставка для телефона. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Посылочка шла простой почтой, простой пакет. Она не отслеживалась, поэтому я не знаю, что здесь находится. Давайте откроем ее и посмотрим. Но для начала поподробнее рассмотрим саму посылку. Сама посылка не скрытая, на этот раз не заклеенная скотчем. То есть все в порядке, все хорошо. Вот пришел, принес ее с почты. Оценена она в $61. И откроем давайте и посмотрим, что же у нас тут есть. Посылка пустая. Убираем. Да, это он, ленинградский почтальон. Это подставочка для телефона. Давайте найду свой телефон, попробуем ставить, посмотрим, как это будет смотреться. Да, довольно-таки неплохо. Можно и так поставить, допустим, кино какое-нибудь смотреть, еще что-нибудь. Но я думаю, что не дойдет до просмотра фильмов. Интересная довольно-таки подставочка. Материал пластик. Здесь имеются резиновые стоечки, так что он не будет скользить по столу. Также внутри есть резиновая вставочка, что позволит телефону не скользить самой подставке. В отличие от других подставок, я считаю, что это довольно-таки хорошая подставочка. Телефон с ней не перевернется, не упадет. Поставил и все, и наслаждаешься. Что я еще хотел? Да, хотел спросить вас, друзья мои, кто-нибудь где-нибудь, может быть, видел базу на Xiaomi Redmi 3 Pro, чтобы вот так поставить и слушать музыку, наслаждаться. Если кто-нибудь знает, можете поделиться ссылочкой в описании или перейти в группу. Я буду очень-очень благодарен. Видел я такие базы для айфонов, а вот для Xiaomi почему-то не видел. На этом все. Сегодня было вот такое коротенькое видео. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Увидимся с вами на моем канале.